Плыл пароход из Африки в страну, что названа Британией Великой. Был тихий вечер, в легкую волну луна бросала бронзовые блики. На палубе под звездами стоял один мужчина, в думу погруженный. В оставленной стране он потерял свою семью. Он выдохнул со стоном. Мужчина книгу памяти листал. Все прошлое вновь переживалось, и сердце то тревожило печаль, то нежно обволакивала радость. Вот с молодой женой в дальний путь он отправляется миссионером, чтоб совершать для Иисуса труд, сердца воспламеняя Божьей верой. 5 долгих лет борьбы, молитв и дел, сердца медлительны на весть благую. Но, наконец, наградой в труде общину видеть братскую, живую. Мужчина, улыбнувшись, поднял взор к высоким звездам, и шептали губы: «Хвала Создателю долины гор за то, что Он свое творение любит! Храни, Спаситель, церковь от врагов, и рост ее благослови обильно, чтоб каждый почитал завет Христов и в благочестии святом быть сильным!» Потом он вспомнил, как родился сын, затем в семье дочурка приложилась. Земное счастье унеслось, как дым, когда оборвалась супруги жизнь. Потом болезнь унесла детей, и он один остался в целом свете. Терять любимых боли нет больней, на сердце шрамами потери эти. Слеза сниз ресниц дрожащих сорвалась, в пучине океанской растворилась. И в голос молвил он: «Тебе хвала, Господь, за явленную милость, за годы радости в семье моей, за то, что дети и жена с тобою, за то, что в мире горе и скорбей для многих стыл то лучшую судьбою. Для многих ты стал лучшую судьбою». Мужчина смолк, и взгляд его скользнул в черте, соединившей землю с небом. С рассветом вновь увидит он страну, в которой 20 лет уж не был. Порт был украшен, пароход пристал, под звуки многогласного оркестра известную особу люд встречал. Спускался дипломат по трапу резво, приветствие народ ему кричал. Летели в воздух и цветы, и шляпы, никто ж миссионера не встречал. Он в одиночестве сходил по трапу и мыслил так: «Забыли все меня. О, Господи, ты видишь, как встречаем был дипломат. Ничто не значу я для всех людей», — добавил он в печали, но не замедлил ласковый ответ: «Сей дипломат домой уже приехал, а ты еще не дома, сын мой. Нет, когда прибудешь в небеса домой, тебя я встречу непременно лучше. Готов уже венец твой золотой, из царских рук награду ты получишь. Дорожкой не ковровой ты войдешь, и славы солнца путь твой стелю я, под музыку архангелов и звезд, под ангельское пение, аллилуйя!» Отцу внимал миссионер седой. Взор просветлел, и сердце умилилось. «Да, Отче Святый, не земля мой дом, прости меня за плотскую усталость!» Вдруг перед ним один мужчина встал: «Брат дорогой, ведь я тебя встречаю! Да, я обниму, вот чуть не опоздал! Мария все готовит чаю! Не узнаешь меня? Я брат твой Дон! Мы с Богом повстречались вместе, помнишь? Поехали ко мне! Мой дом, твой дом!» Миссионер, растроганный до боли, в автомобиль садился рядом с братом, а сердце выбивало: «Мой Христос,
как милостив ты в Божьей благодати. Аминь.